Вставай на колени, сейчас будешь делать мне минет. Всем привет, я Сатору Годжо, я сижу в тюремном царстве, и пока у меня отпуск, я решил записать вам видос, порадовать, так скажем. Многие ошибочно полагают, что Counter-Strike GO версия умерла насовсем, однако это не совсем так. Да, сервера от Valve не работают, но тем не менее можно поиграть на пользовательских. В этом видосе я расскажу, как поиграть в CSGO, как зайти на сервера, и также посмотрю на обитателей. А также посмотрю на обитателей, так называемый Counter-Strike GO. Что это, блядь, было? Этот ролик создан сугубо в развлекательных целях, и я не ставлю ничего больше, но мне было бы правда приятно, если бы больше людей обратило внимание на старушку CSGO, на игру, на которой я рос, росли все остальные. И возможно, это моя небольшая надежда на то, что в будущем у нас будут новые возможности поиграть в CSGO. Два симпла встретились, два гения. Опа, 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 парни. Ты откуда? Ой. Да ладно, все, я не убиваю больше, я больше не буду. Один кичник. Попаду, бро. Ебать, почти жестко убил всех. Ебать, ебать, я быстро бегу. Что, блять, мне регнуло только что? Что, блять? Как я его убил? Бля, ебать, я его только что убил беспощадно. Бля, парни, тут у чувака Драгонлор, настоящий Драгонлор. Что, Драгонлор, дай подержать Драгонлор, бро. Бро, это Драгонлор. Я помог челу убить. Охуеть. Парни, а это нормальная страта 6 джангл вообще, как думаете? Нормально? Нормально? Yes, yes, I do redich. Твой папаша гнида служил во Вьетнаме. Ему хватило смелости сдохнуть там. Сэр, нет, сэр. Да пошел ты нахуй. Бро, очень жестко, если что. Давай, давай. Ебать ты лагаешь, братишка. Подожди, подожди. У тебя нормально? Да. Какой ужас. Давай, на. Меня что-то заплетело. Киничка, пошли со мной. Покажу тебе. Ты Микки Маус? Я иду к тебе, я иду к тебе. Где ты? Да я прям бегаю с тобой. Да? Это что за Микки Маус? Это Минни Маус. Это Минни Малка. Вижу, бегаешь. Вот там чурка. Выходим. Бля, не, парень, не, обернись, не, обернись, да. Посмотри назад. Эй, десант. Ну ладно. Парни, я в кичене, алло. Придите в кичен. Слышно? Не, не слышно. Минус один. Пиздобол. Единичка, на радар посмотри. Я на радаре бомбу вижу. Сейчас сниму в спину, да, нормально. Она слышит, если что. Нормально. Ты уже давно. Да? Да? Это бесплатно уже давно. Еще с 22-го года. Реально? Да.
Парни, заткните ёбла, я, между прочим, клатч играю. А, сори. Ебать, они играют, да? Скажите. А ты с пиратки или со стимка? Я с пиратки. Я тоже. Красавчик. Парни, ну что ж вы так подставляетесь под меня? Слушай, что мне много очень. Давай помочь. Ай-яй-яй, да заебал ты меня, братан. А, ладно, извините, Дмитрий. Бля, вот посмотрите, как же охуенно. Как же охуенно красиво. У меня пизда с этими 7 патронов. Да где? Ебать, смотрите, смотрите вот тут вот. Ебать. Нет, такого в CS2 точно нет. Гайд на то, как поиграть в CS:GO. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой ТГ. Лайки не ставьте, похуй. Я пидорас.